Всем привет, дорогие друзья, я снова с вами Станислав на канале Шустрый Бум. Сегодня хочу поделиться вкусным приготовлением гречки. Друзья, этот рецепт моего дедушки уже которого нет, но у меня остался этот рецепт. И я его очень часто готовлю, так как эта гречка реально очень вкусная, полезная и, конечно же, готовится очень легко. Делюсь с вами и, конечно же, надеюсь на ваш лайк, подписку и, конечно же, делитесь с друзьями. Начинаем готовить, поехали! Есть очень много разных способов приготовления гречки, но этот, на мой взгляд, самый лучший. Что нужно сделать с гречкой? Если гречка грязная, ну из дешевых, скажем так, ее нужно, конечно же, промыть, слегка просушить и начинаем готовить. У меня гречка более-менее чистая, но в любом случае я ее промою, так как неизвестно, насколько был честен с нами производитель, как она готовилась, лучше все-таки промыть. И слегка просушим. Нам понадобится всего лишь один стакан. Моем. Отправил сковородку на плиту. Сковорода у меня сухая. Отправляем влажную гречку. И нам сейчас нужно ее обсушить. Огонь ставим выше среднего и, помешивая, просушиваем гречку. Буквально за 3-4 минуты обсушили гречку. Теперь жарим ее минут 5-6, так чтобы образовалась слегка такая красивая корочка. Нам очень нужна эта корочка. Таким способом гречка в конце потом не сильно раскрывается, остается целенькой, красивой. В общем, вообще супер. Буквально через 3-4 минуты жарки гречка становится такой прямо коричневой, красивой. На этом этапе добавляю 2 столовые ложки подсолнечного масла. И теперь жарим на масле. Буквально еще 2-3 минуты. Огонь уменьшаем. Какой аромат пошел. Бомбический. Такое ощущение, как будто я сейчас готовлю на улице, на живом огне. На этом этапе слегка подсаливаю и перчу по вкусу. И снова перемешиваю. На один стакан гречки добавляю 2 стакана воды. Думаю, об этом все знают, что берется одна порция гречки и 2 порции воды. Крышку сверху можно ставить, можно не ставить. Это уже на ваше усмотрение. Я не ставлю, и дед мой не ставил. Варим 15-16 минут. Вся вода в этот момент впитывается в гречку. Наша гречка остается рассыпчатой, красивой, целенькой. Все, на маленьком огне готовим. К гречке хочу приготовить грибы жареные. Мне понадобятся 2 луковицы. Нарезаю соломкой. Также беру 5 зубчиков чеснока. Нарезаю таким вот образом. Отправил еще одну сковородку на плиту. Добавляю 2 столовые ложки растительного масла. И в первую очередь жарим чеснок. Буквально 1 минуту прожарили чеснок, добавляю лук. Сильно обжаривать лук не буду, буквально 2-3 минуты, и сразу же отправлю грибы. Тем временем нам нужно, конечно же, нарезать грибочки. У меня сегодня грибочки-вешенки. Как их нарезать? Да не важно. Просто нарезаем вот таким вот образом. Лук подвялился, отправляем грибы. Грибы обязательно нужно солить по вкусу и перчу по вкусу.
Грибы готовлю также на среднем огне. Буквально за 2-3 минуты до конца приготовления наших грибов добавляю столовую ложку соевого соуса. Много не добавляйте соевого соуса, он перебьет вкус грибов. Так именно, как изюминку, можно добавить. Как проверить, готова ли гречка? Забираем в сторону, смотрим, воды там уже нет. Просто перемешиваю и выключаем. Грибы готовы. Полное приготовление грибов у меня получилось где-то 15-17 минут. Вот и все. Мой обед и ужин готов. Смотрите, какая у нас получилась. Целенькая и красивая гречка. Шикарная. Обязательно попробуйте такой способ приготовления гречки. Я уверен, что многим понравится. Ну и, конечно же, пишите в комментариях, кто уже пробовал и кто знает об этом способе. Подскажите просто зрителям, подписчикам, насколько вкусная гречка получается именно таким способом. Пробуем. Даже по вкусу она необычная, вкусная. Целенькая, нет такого, знаете, как каша. Именно как крупа правильного приготовления. Обязательно попробуйте. Очень вкусно. Ну, с грибочками, конечно, это прям классика. Нет слов. Очень вкусный обед или ужин. Обязательно готовьте вместе со мной. А также подписывайтесь, кто не подписался, делитесь с друзьями и, как я говорил, комментируйте. Я с вами прощаюсь ненадолго. До следующего видео. Всем пока.